Всем большой привет! Сегодня в нашем меню очень вкусная праздничная закуска Рафаэлло. Список всех ингредиентов будет, как всегда, в конце ролика, а также в описании под видео. Приятного просмотра! 200 граммов крабовых палочек натираем на мелкой терке. Получившуюся стружку сразу делим на две примерно равные части. На этой же терке трем два яйца. И 100 граммов сыра. Затем половину стружки из крабовых палочек перекладываем в миску. Добавляем к ним измельченные яйца, сыр. Выдавливаем 2 зубчика чеснока. Солим и перчим по вкусу. Кладем 1 столовую ложку майонеза. И хорошо перемешиваем. При необходимости добавляем еще майонез. Дальше набираем чайную ложку с горкой приготовленной массы. Уплотняем ее руками. Кладем жареный орешек. Хорошо защипываем, чтобы он оказался внутри. И формируем шарик. Каждый шарик обваливаем в оставшейся части стружки из крабовых палочек. Чтобы масса меньше прилипала к рукам, их можно смочить водой. Орехи подойдут любые, только их нужно заранее обжарить минут 5-7 на сухой сковороде и дать остыть. Готовые Рафаэлло выкладываем на застеленную листьями салата тарелку и подаем к столу. Вот и все. Вкусная и красивая праздничная закуска из крабовых палочек готова. Приятного аппетита! Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Буду очень благодарна за отзывы и с удовольствием пообщаюсь в комментариях.